Друзья, всем привет. Подключаемся еще раз. Были проблемы со звуком. Сейчас вижу, звук идет. Сегодня расскажем о странах, в которые лучше всего эмигрировать сейчас или переехать для того, чтобы жить там, или для того, чтобы просто поехать по работе. У всех разные цели могут быть в жизни, в принципе. Поэтому постараемся дать советы всем, потому что все люди разные. Вот первый комментарий, точнее вопрос, нам пишут под предыдущим стримом. Очень хочу уехать с России, и так все досталось, сил уже нету терпеть. Если вы хотите уехать, если вы серьезно настроены на то, чтобы уехать с России, вы можете обращаться к Алене. Ссылки на ее YouTube-каналы, на ее Instagram находятся в описании к этой прямой трансляции. И вы можете перейти на них, подписаться на ее каналы и следить за ней, и задавать ей вопросы под ее видео. Потому что я сама из России, вообще я сама тоже, помимо того, что я занимаюсь иммиграцией, да, оказываю услуги, я также сама являюсь иммигрантом, то есть я из России, мы множество стран, точнее городов объездили по России, пожили в некоторых и решили все-таки остановиться в Европе. Поэтому очень много советов я даю именно из своего опыта. У меня также есть свой YouTube-канал, который я только сейчас начала вести, и там я даю вот советы прямо от души начинающим иммигрантам. Сейчас вот так анализируя, да, все прошлое, думаю, что, может быть, если бы на том этапе, когда я планировала свой переезд, я услышала бы аналогичный совет, я бы могла сделать, ну, избежать, точнее, многих ошибок. Поэтому подписывайтесь на канал Алены, поддержите ее подпиской и, конечно же, лайками, комментариями. Ее новое видео, кстати, выйдет завтра, у нее новое видео. А откуда оно? Это видео вообще я снимала, когда я находилась в Бельгии, параллельно также в Амстердаме. То есть мы совершали такой трип по Европе. Это как раз-таки одно из плюсов вида на жительство в Европе. Да? То есть если ты получаешь в одной стране, ты потом можешь путешествовать без прохождения пограничного контроля, дополнительных документов. Это вообще так здорово. Я вот сейчас поняла, когда, например, приехала из Польши в Украину и проходила там таможенные контроли, очень много вопросов, особенно что там России, Украины, почему я сюда еду, для чего. А когда, собственно говоря, едешь по Европе и никаких лишних вопросов тебе не задают, это вообще так здорово. Показываешь просто свой там билет и паспорт, и раз, и ты уже в другой стране. Добрый вечер. Сколько стоит оформление в Данию на работу? В частности, упаковка сыра. Спасибо. Смотрите, в данном прямом эфире сейчас относительно ценовой политики мы этот момент не обсуждаем, да, то есть это можете вопросик задать в WhatsApp, перейдя по ссылочке в Инстаграме. Ну вот, и, возможно, сегодня вы уже мне писали, я вам отвечала на этот вопрос, да, что для того, чтобы устроиться в Дании на упаковку сыра на завод, то есть у вас должно быть вид на жительство в Европе, либо гражданство в Европе, да, или же мы идем по пути обучения. То есть приезжаем в страну, повышаем квалификацию, и после этого уже будет нам открываются возможности трудоустройства. То есть если вы просто живете в одной из стран бывших СНГ и хотите устроиться на завод в Данию, такой возможности не предоставляется. То есть если кто-то дает рекламу тому, что вот мы сейчас вас возьмем, приезжайте, это, как правило, нелегальное трудоустройство, которое потом чревато депортацией и проблемами. Да? То есть если мы идем сейчас по законному пути, то, опять же, нужно смотреть вообще, что у вас за квалификации, есть ли знание языка, может быть, у вас как бы образование, и поэтому... Ну, возможно, что работодатель пойдет, да, на тот шаг, чтобы трудоустроить вас без повышения квалификации в той стране, где хотите трудоустроиться. Но, опять же, вопрос индивидуальный. Да, то есть нужно изначально смотреть вообще, с чем работаем, какие-то ваши исходные данные. Вот, пожалуйста. Поэтому я вам советовала уже начинать с Восточной Европы. Это будет намного проще и, возможно, будет в дальнейшем уже переехать в страны Западной Европы или... куда уже вы захотите далее. Можно еще уточнение? Mm-hmm. Если, допустим, не брать Данию, а взять какую-то другую страну, то может измениться процесс трудоустройства, чтобы было человеку легче? Да, да. То есть, конечно, если, например, если Польша, допустим, или Чехия. Конечно. Да, там же тоже есть производство, есть заводы, есть фабрики. Туда можно устроиться, а в дальнейшем уже двигаться в Данию или там в
какие-то другие страны. Да, именно про это я и говорю. Просто вот как бы если мы сейчас говорим там Россия, Украина, там бывшие советские республики, да, то, например, Восточная Европа, у нее есть возможность трудоустраивать наших граждан просто потому, что так захотел работодатель. Да? То есть мы находим работодателя, и он говорит, что все, этого сотрудника я беру, он выписывает все необходимые документы, заключает рабочий контракт, этого достаточно. Во всех других случаях, да, если это не Восточная Европа, работодателю очень сложно взять на работу сотрудника, то есть иностранца. Да, ему нужно будет доказать органам государственной власти в своей стране, что он не нашел никого другого, он не нашел гражданина ЕС, да, там, не нашел гражданина своей страны на эту профессию, на эту квалификацию, и, соответственно, для него довольно-таки долгий путь. Стоит вопрос, для чего ему нужно брать иностранца, да, то есть если в своей стране очень много людей, которые находятся и на политическом убежище, или которые просто нуждаются, да, то есть, поэтому процедура это очень долго. Если кто-то где-то обещает, что вот приезжаете там в Западную Европу работать, и все будет отлично, у вас трудоустроят, то в большей степени это, скорее всего, обман. Поэтому пользуйтесь той возможностью, которая нам предоставлена. Мы можем ехать в Восточную Европу, трудоустраиваться. Да, очень хорошие условия в Чехии. Чехия занимает лидирующие позиции по заработной плате и по условиям среди всех восточноевропейских стран. И оттуда уже можно двигаться дальше. Потому что есть возможность получить вид на жительство в Европе. Да, как я уже сказала, с видом на жительство мы можем уже устраиваться там, в скандинавские страны и в Западную Европу. И уже у нас открываются какие-то перспективы. Поэтому начните с малого, а дальше сможете продолжить. Потому что вот так вот сразу, к сожалению, это невозможно. Да, то есть у вас есть уже преимущество, если поработали в Чехии, и потом двигаетесь дальше. Это сэкономит вам время, и, конечно, если вы готовы к этому, то можно сразу начинать с более простых стран. И такая есть тенденция, что с каждым годом все сложнее не просто эмигрировать или переехать, или устроиться на работу, но и просто быть туристом во многих странах. Это связано и с Шенгеном, и с американской визой. То есть они каждый год усложняют. И ну, я понимаю прекрасно, почему это сделано, потому что очень много желающих, особенно с постсоветского пространства, с русскоязычных стран, люди говорят на русском языке, они все хотят переехать, хотят бы жить более комфортно, их понять можно, но вот страны более высокоразвитые, они потихоньку закрывают способы переезда, миграции, получения виз, и, допустим, в 2010 году было намного проще переехать в ту же Америку, в ту же США, просто получить туристическую визу и далее потом на месте уже определившись, чем сейчас, в 2020 году. То есть прошло 10 лет и стало все намного сложнее. Это не означает, что нет путей, они есть, но все немножко усложнилось. Поэтому если вы хотите переехать, обращайтесь к специалистам, которые уже много лет на рынке и которые окажут вам хорошие услуги, да, потому что очень много людей, которые обманывают, очень много компаний сейчас открывается, сейчас есть на это спрос, и доверять всем, к сожалению, нельзя. Я лично знаю тех людей, которые стали жертвами мошеннических схем, и на них пишут плохие отзывы специально для того, чтобы их бизнес не рос, не развивался, потому что они честные, они берут за свои услуги не так много денег, а есть другие компании, которые просто, ну, для них это бизнес, они не думают о том, что они меняют судьбу человека, или же это работа, или же эмиграция, неважно, все равно судьба меняется, и это очень большая ответственность. Не все они знают и понимают.